коробках, которые так аккуратно разгружают мужчины, 26 тысяч новогодних подарков для юных жителей Карачаева-Черкесии. По инициативе главы региона Рашида Темрезова, в этом году каждый ученик начальной школы получит к празднику сладкий подарок. Уже сегодня эти коробки будут отправлены во все районы республики. В соответствии с заявочками, которые мы получили с муниципалитетов, а те, в свою очередь, собрали с общеобразовательных организаций, дети получат уже в школе. Каждая школа сама будет раздавать. Сейчас мы отправляем муниципалитеты, а муниципалитеты уже доведут до всех общеобразовательных организаций республики. По традиции, подарки от главы региона дети всегда получали на новогодних утренниках. Но учитывая сложную эпидситуацию и вынужденный запрет на проведение массовых мероприятий, в этот раз презенты школьники получат в своих классах. Впрочем, многие школы приспособились к новым условиям и все равно планируют сделать детям настоящий праздник. Процесс мы организовали таким образом, что президентский совет школы, это совет РТШ, в роли Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей, будут ходить по классам и раздавать ученикам подарки. Безусловно, это очень приятно как детям, так и нашим старшеклассникам, которые будут в роли сказочных героев и делать приятное для младших своих, для младших школьников. Также в этом году новогодние подарки от главы республики получат 1200 детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающие дошкольные образовательные учреждения, 600 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и еще 200 детишек с ограниченными возможностями здоровья. В их числе воспитанники республиканских социальных учреждений, таких как реабилитационные центры «Надежда» и «Росинка», а также детский дом-интернат «Забота». В общей сложности новогодние подарки от главы Карачаева-Черкесии получат более 28 тысяч детей. Эрнест Чуков, Радомир Князев, Архиз, 24.